Тетрадофало – сложный врожденный порок сердца синего типа, морфологическую основу которого составляет 4 признака – обструкция выходного отдела правого желудочка, обширный дефект межжелудочковой перегородки, гипертрофия правого желудочка и смещение аорты. В кардиологии тетрадофало встречается в 7-10% случаев среди врожденных пороков сердца и составляет половину всех пороков цианотического типа. Рафаэль совсем недавно научился ходить, но уже очень любит кататься на своей игрушечной машине. Мальчик растет смышленый, любопытный и жизнерадостный, рассказывают его близкие. На первый взгляд и не скажешь, что у него тяжелый порок сердца. Диагноз тетрадофало Рафаэлю поставили еще до рождения. Мы исследовались институт сердца тут в Перми. Там нам сказали, что тот же диагноз, ничего не меняем, только операцию. А потом мы уезжали в Армению, там тоже врачи смотрели, 2 раза были там в приеме, сказали, что необходимо операцию, то есть без операции никак. На данный момент порок считается компенсированным, организм мальчика справляется. Но ухудшение может наступить в любой момент. Каждые 2 месяца Рафаэлю приходится проходить диагностические процедуры. Начинала кашлять, и там температура. А то, что мы с пороком, то все болезни и температура мы выносим 2 раза трудновато, чем другие дети. И еще обследовали, тогда сказали нам, ну, делали снова сердце УЗИ, сказали, что уже сокращается нехорошо, не так, как должно быть. На родине семьи, в Армении, помочь Рафаэлю, к сожалению, не могут. Специалисты, способные выполнить необходимую операцию, есть в Пермском институте сердца. Но данное медицинское вмешательство является высокотехнологичной медицинской помощью, и бесплатно на нее могут рассчитывать только граждане Российской Федерации. Семья Рафаэля имеет только вид на жительство, и поэтому лечение ребенка возможно лишь на платной основе. Стоимость данного вмешательства 540 тысяч рублей, и, как говорят врачи, чем быстрее мы сможем помочь, тем лучше для здоровья ребенка. Возраст Рафаэля еще позволяет скорректировать порок так, что через несколько лет о его наличии будут свидетельствовать лишь старые медицинские выписки. Но с каждым днем времени все меньше, и вероятность осложнений растет. Прогнозы, значит, они благоприятные в плане лечения, но лечение должно быть своевременное. То есть хороший возраст для лечения данного порока сердца – это возраст около года, то есть 8-12 месяцев. Чем дальше ребенок растет без коррекции порока, у него развивается комплекс осложнений. Подарить шанс на полноценную жизнь малышу вы можете, оказав посильную помощь. Для этого необходимо отправить смс на номер 7715 для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 с текстом «Дед Морозим», пробел, сумма пожертвования. Либо поделиться посильной суммой можно в любом банкомате или терминале Сбербанка. В меню выберите платежи наличными или платежи нашего региона. Прочие благотворительные платежи – фонд «Дед Морозим». За быструю и так необходимую нашим детям помощь большое детское спасибо!